Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши – все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт с два. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. Они мне теперь Большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. Мерзко мне. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будет тут театра, так только в петлю лезть от безнадёги. Первое время чумы, значит. Семёновна! Из-за мерщика. Неужто мы ничего сообразила? Рассказывал, чего мерки меняют по расовой теории. Какое тут новенькое? Обострение расовой борьбы. А так, чтобы от лишних ртов избавляться. Как дам сейчас попадет. Устояла перед шухерфюрером-то этим. Устоишь тут. Я-то отшила его. Через 3 дня вызывает. Синяк замазал, что я поставила. Говорит, мол, муж твой по новым меркам мутант. Там же как меряют? Чуть туда, чуть сюда. Вот он моего в мутанты вывел. И такой, мол, давай, выноси ему приговор. Я, как? А он, сама, мол, знаешь. А если не согласна, то веселиться ему. Ну и куда ты денешься? А чего ты сбежала тогда, раз так? А потому что все же. Через 3 дня снова мы его взяли. Он не выдержал, говорят. Давай шуметь, мол, перемиряй же, все нормально. Пару часов один возьми и скажи ему, это из-за бабы твоей. Мой бросился на него, ну и... Все. Понятно. Не найдет он тебя здесь? Не полезет сюда. Коммуняки рядом. А мне все равно хоть в петлю теперь. Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витек маской на камень. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как да, же так, дядь Костя? Миш, покажите! Прости, Кать. Ух прости. Ты, это же демон! Не уберегли. Страшный какой, прямо как... Демон, демон! Вон, крыльями как машет! Да, нападает! Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миш? Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Купить да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил, копил. Ну пока. Кончилось. Забегай, всегда рад. Да и черт с ней, хоть гульнул напоследок. Гранаты! Это хватил. Доступно! Может, и мы всерьез. Еще из подручных до сталкеров дорастем? У вас же туха будет. Ладно, я угощаю. У меня 3 дня осталось. Лучшие цены. Сало простое, сало копченое, сало нутряное, сало дубленое, шкварки!
Самооборона – дело рук самого обороняющегося. Покупайте оружие. Метательные ножи. Есть отличные грибочки. Лучше не найдем. Последний коробок остался. Грибочки. Вот. Бери, бери, не пожалеешь. Вставляй как надо. Целый день стоят. Ничего подобного. Мужчина подтвердит, я тут давно стоит. Мне уже который раз билетов не хватает. Хватит там собачить, сидячие, я хочу сифоны продать. Что-то можно мне? Запрещено ли? Я лучше пойду выйти. Запрещено. Боязно ему. Один раз живем. Это ж театральное. Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирают мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все-все, беру, по рукам. Ладно, Станиславский. Если хочешь посмотреть, то я тебя уберу. Спасибо, парень. Если бы не ты, я бы этого жмота ни в жизни не раскрутил. А если...